Мне понравились открытые пространства. У многих работников по несколько мониторов, крутые ноутбуки. Очень такая дружелюбная атмосфера. Мне нравится направление мобильной разработки Android и нравится бэкэнд. Было интересно поэтому пообщаться с сотрудниками, узнать, какие они технологии используют, как они справляются с разными задачами. Я был в разных офисах разных IT-компаний, и в Тинькове мне очень понравилось. Здесь все очень круто и современно. Я бы хотел поработать программистом, фронт-энд-разработчиком. Теперь очень хочется здесь работать, и я буду все для этого делать.